На улице приятный морозец, а внутри автоцентра АНТ «Амода» теплая праздничная атмосфера. Бренду «Амода» исполняется год. Отметить первую значимую дату собралось порядка 100 человек. Это и друзья автоцентра АНТ «Амода», и владельцы «Амоды». Они, в свою очередь, с трепетом вспоминают свои эмоции, когда впервые познакомились с «Амодой». Когда я первый раз увидела «Амоду» на дорогах нашего Барнаула, я сразу влюбилась. Это была любовь с первого взгляда, честно говорю. Какие эмоции испытали, когда вот первый раз вы сели за руль этого автомобиля? Если я сейчас сильно громко закричу на камеру. Эмоции это были, я не знаю, у меня была эйфория, у меня был восторг, у меня был, там, я не знаю, горели вот так глаза, я сидела за рулем этого автомобиля и сама себе завидовала, думала, боже, неужели это я еду за рулем этого классного автомобиля. В честь первого дня рождения автоцентр АНТ «Амода» вместе со своими клиентами отправились в автопробег по улицам Барнаула. Большой и дружной колонной, чтобы еще раз показать всем, что «Амода» – это будущее. Было много вариантов, на самом деле. Сначала я выбрал китайские автомобили, и потом уже среди них выбрал «Амоду», потому что она наиболее эффектно выглядит и симпатично. Она прям очень отзывчивая, но в управлении. Было очень приятно работать. Забрали мой старый автомобиль в трейд-ин и взяли новый. Это все получилось одним днем. Мы приехали и уехали на новом автомобиле. Также автоцентр АНТ «Амода» приглашает всех желающих на тест-драйв всего модельного ряда «Амода» на Павловском тракте 249D. Присоединяйтесь к будущему.